Друзья, всем привет! С вами я, Дима, и канал Владелец Аквариума, и неизменные 200 литров. Значит, что хочу рассказать и что хочу рассказать про аквариум, что с ним произошло. Как обычно, я начал пропускать подмены. Вот подмена должна была быть в это воскресенье, но поменяем сегодня. Не страшно. Значит, я убрал полностью углекислоту, я перестал подавать ежедневно удобрения, вот, и скажу вам так, начало все стабилизироваться. Вот эти вот обрастания на буцефаландрах, это все старое, вот, но все стало приходить в порядок, просто вот отлично стало. Видите, Anubias Pinto, Pinto же вроде, да, или вот это Pinto. Вечно путаю, по-моему, вот это Pinto, да, типа белый. Вот он начал цвести, маленький Anubias. Поправьте меня в комментариях, как он правильно называется. Вот он начал цвести. Anubias. Большие Anubias и Bartheria, которые вот тоже выпустил цветочек. Вот, им сейчас нормально. Буцефаландра также вот отцвела. Вот, все восстанавливается. Значит, что дальше? Дальше, наверное, я так и буду продолжать, как и было. Ну, то есть я не буду добавлять СО2, не буду ничего форсировать. Пусть растет, как и росло. То есть, если раньше аквариум себя чувствовал хорошо, зачем какие-то изменения вносить? Вот, вода, водопровод, никакого осмоса. Вот. Ну и также я убрал практически все Монте-Карло. Чуть-чуть вот тут осталось. Вот. Ну, я думаю, это не столь критично. Вот. Пусть пока будет, потом, может быть, поубираю, доубираю полностью. Вот. Сейчас водичку сливаю, потом буду заливать. В общем, вот так вот, вот такие вот дела, вот такая обстановка сейчас по данному аквариуму. Кстати, вот этот вот Anubias, который с белыми листиками, сейчас я на него наведу. Вот, смотрите, он новые листья он пускает, и они отнюдь вообще, они не белые, нет вот этого белых пятен. Кто знает почему, напишите мне. Вот. По питомцам все нормально, сомики плавают, все плавают, тут все на месте. Обновлял недавно тетр, не знаю, может быть, часть, конечно, вот эти вот парочка съела, а может быть и нет, но вот стайка тетр тут, меченосец жив. Все остальные ведут более скрытный образ жизни, и их не так я часто вижу, такие как Акантофтальмус и другие сомики. Вот. Кстати, акант, если сейчас обратить внимание, вот он тут сидит. Я сейчас попытаюсь увеличить, если он никуда не уплывет. Так. Все, он уплыл. Надо ж такое, только за него заговорили, я его увидела. Ну, где-то он там плавает. В общем, что дальше? При наличии времени, я не знаю, но хочется, наверное, убрать Anubias'а. Скажите, надо это делать или нет. Хочу оставить вот чисто буцефаландры. Скорее всего, буду убирать вот эту криптокарина Невиля. Вот, поставляю все такое мелкое. То есть, вот этот Anubias, соответственно, вот эти буцки поставляю. Вот, а весь этот крупняк буду, наверное, выводить с аквариума. Вот. Подмены воды делаю по... Вот у меня отметка 50 литров. Сейчас 50 литров сольется, 50 литров прям с крана залью. Вот. Добавлю немножко удобрений. Раз в неделю, я всегда так делал ранее. Вот, и буду так продолжать. Вот, и на этом все.
Еще раз вот показываю. Телефон не ранит. Вот анубиас снова прицвело. Вот так вот. В общем, на этом, ребята, все. Ставьте ваши лайки, оставляйте ваши комментарии. Всем пока-пока.